Всем здорово, ребят! Уже вторая прокачка у нас произошла. На подходе будет скоро уже третья. Но не все так просто. У нас скоро Новый год. И, соответственно, я хочу прокачать кого-то еще. Мы прокачаем также на 150 робаксов. И также с первого видосика выберем комментарий. Давайте посмотрим, кто у нас будет уже третий счастливчик. Как вы понимаете, я записываю. У меня макс 360. Окей, хорошо, братан. Ты, кстати, мог бы прокачаться, но... Ничего страшного. Но под этим видосом, ребят, не надо писать никнеймы и все остальное. Это писать нужно под вторым. Этот видос просто посмотрите, поддержите Лукасом, почему бы и нет. Так, мы тебя уже прокачали. Смотрите, ему просто имбово везет. Вот серьезно, я не знаю, почему ты такой фартовый, но... Камон, нет. Топ-видос скин сделать тоже норм. Надеюсь, я выиграю. Удачи всем, мой ник. Кот, блин, как мне с тобой связаться? Вот серьезно. Копирую. Смотрю, есть ли ты в друзьях или нет. Окей. Нажимаем в плеерах. Так, у тебя... Окей. Как поступим? Я даже не знаю. Почему, ребят, вы не пишете просто ссылку на ВК, либо Инстаграм? Я не знаю, Дискорд хотя бы. Ну, камон. Ну, чувак. Обидно, на самом деле, когда так как бы, ну, ребятам... Как бы так получается. Давай я тебя за это... Приму. Сейчас попробую с тобой связаться, если у тебя нету Инстаграма либо ВК, но типа камон, сорян. Спустя полчаса мы связались. Вот такой у нас, ребят, персонажик. Я уже, конечно же, закинул 150 робаксов. Давайте посмотрим. Да, вот есть 150, окей. Я уже начал раздевать и понял, что я не включил запись. Ну окей, бывает такое. Ну, с верификацией, как всегда, вы знаете, помните, но это просто зачет. Кстати, лицо реально зачетное, я его оставляю. Идем, аватар. С чего начнем? Сейчас не знаю, сейчас я посмотрю по желаниям. Говорит, что ну, купить маску, как у Вадуса. И так, одежду с моего магаза. Так, но это как бы очень жестко из Владуса Мармеладуса. У него 150 маска только стоит. Еще раз говорю, ребят, смотрите предыдущее видео, соответственно, прокачка номер 2, набивайте там лукасов, если набьете нормально лукасов, будет и прокачка намного, соответственно, больше. Также, может быть, кому-то еще и сюрпризиком сделаю. Я рассчитывал минимум, наберете 250. Вот такое ты хотел, но я не знаю, стоит ли покупать или нет. Ты можешь, кстати, реально подписаться, ребят, можете на Гогу, это не реклама. Гогиброс, ссылка есть всегда под любым видосом, как правило, и о канале. Либо где-то еще можете у меня спросить, найти, и, соответственно, я вам дам, если что, ссылочку. А так, ссылочка есть под моим любым видосиком, можете подписаться. Он разыгрывает робоксы, так что вы можете там выиграть робоксы и, соответственно, купить какую-то одежду, какую вы именно вы хотите. Так, давай идем все-таки мы, наверное, в аватар, и покупать мы сейчас это пока не будем. Цена от низкой к высокой. Я сейчас поднакидаю сначала, потом, соответственно... Я решу, что и как. Можно просто очень кучу разных много скинов сделать. Надо просто посидеть, как бы, и, ну, и подумать. Вот. Сделаю, наверное, как бы в синем стиле, но это не точно. Так, смотрим шляпы. Вот до определенного ценника у меня все в голове примерно все стоит. Жалко то, что нельзя, знаете, как бы так поменять цвет на какой-то бейсболке и еще чем-то, потому что бывает очень прикольно, на самом деле, как бы, ну, типа, заходит, сочетается, но, блин, вот по цвету просто вообще, не знаю, каша получается, мне, соответственно, не нравится, из-за этого я, как бы, не покупаю, вот. Кстати, с очками неплохо смотрится, и вот этот у меня, вот, либо вот, вот, но сюда, как бы, волосики не оденете. Здесь как бы можно еще волосики одеть какие-то, но здесь уже, соответственно, очки у вас просто потеряются. Но прикольно, если вот вы хотите быть лысиком, тоже, в принципе, прикольно, мне кажется. Ну, вот прикольно бы, кстати, вот эта бы панда бы сочеталась, мне кажется, с глазом, но как бы нужно лысиком, а вы мало кто любите лысиками гонять, вот. Так, ну давай, я думаю, покупаем такие волосы. Покупаем все-таки такую пуговицу. Не знаю, может быть, конечно, зря, но мне кажется, сейчас нормально все будет. Но уже неплохо, уже прикольно, мне кажется, да? Такой, ну, типа пират, типа пират. Так, у нас остается сотка. В принципе, мы можем посмотреть что-то еще на лицо, почему бы и нет. Не знаю, бандану вряд ли, наверное.
что уж сколько можно бандан. Может быть, сейчас на шее что-то найдем. Кстати, имбовый плащ, смотрите, ну реально прикольно. Так, давай все-таки попробуем. Ну, в принципе, неплохо смотрится, просто без штанов. Такой синенький с красненьким. Давай все-таки купим, если что. Какую-то одежду, возможно, ты тоже купишь сам. Идем сразу в аватар. Рубашки и одеваем. Так, давай попробуем. Ну, прикольненько, мне кажется, смотрится. Давай покупаем. Костюмом, когда таким одним, знаете, ну прикольно, реально, тепло так. Нажимаем брюки. Одеваем. Уже совсем другой вид. Так, нам нужно дополнить как-то аксессуарами, либо еще чем-то. Так, ну шляпы нам на твои волосы как бы будет сложно на самом деле подобрать. Плохо, что когда вы что-то одеваете, оно не подрезается под шляпу, ну как понимаете, да? То есть когда вы одеваете простой, конечно, головной убор дома, то как бы у вас волосы не торчат через шапку. Но это было бы вообще жесть. Да, видите, волосы уже как бы вот, блин, вот были бы они прямо по шапочку, было бы вообще бы идеалити. Либо вот даже, смотрите, сейчас померяем с вами. Ну, типа под пуговичный, да, прям вообще в тему. Пуговица Санта. Глаз на глазу, но нет, сильно одевается она. Но видите, волосы у нас опять подводят. Не, ну, а реально волосы у нас очень сильно в Роблоксе всегда прям подводят. Даже если мы с вами померяем, как у меня, но только вы понимаете, да? Черное, видите, начинает тоже вылезать. Но это волосы в Роблоксе. Так, анимация робота. Возможно, мы какие-то будем потом другие еще анимации покупать. Но все реально зависит. Так, робот-анимацию мы ее покупаем. Все-таки давай тогда сделаем так. Раз ты, тем более, ты хотел, почему бы и нет. Но я сильно нагружать как-то не вижу. У нас простой скинчик, соблюдение цветов, скажем так, белый, синий, черный, он как бы все это соблюдает. У нас раз, два, три цвета. Три цвета, ребят, как всегда, как два-три цвета, как правило, всегда у нас очень хорошо сочетаются. Так, все, вот робот-анимация, мы ее сразу причекиниваем, она сразу же одевается, она полностью робот-анимация. Скоро робот-анимация у нас будет... куча кучная. Так, телосложение у тебя на нуле, окей, это хорошо чем-то даже. Так, Пет Ранч, ты в него не играл, походу, да. Я, кстати, записывал видосик, ребят, по Пет Ранчу, но, конечно же, я все удалил, вот. Купил донатовское яйцо. Так, это меню, пецы, ну, это понятно. Давай, экипируем. Не понимаю, у меня, короче, в Пет Ранче, прикиньте, я заходил, знаете, что у меня было? У меня реально всего больше было. Добавили, кстати, яйцо за сотку. Это было яйцо за десятку. Но, понятно, за сотку как бы добавили в этот раз. Яйцо за 500, говорит, открыть. Блин, у меня, знаете, что? А почему здесь нету, я не знаю. Серьезно, смотрите, ведь нету. Здесь, короче, были геймпасы и все остальное. И я не знаю, что такое. Пишите, у вас так же или нет. Но мне кажется, как бы прокачка так удалась. Непонятно, мы анимацию купили, он хотел такой новогодний немножко. Пуговка это как бы такой, ну, свой стиль. Или можно лицо спокойно менять, подбирать, как-то копить. Вот. И мы, соответственно, 10 робаксика поставили на одежду, которую он меня хотел. Вот. И еще рюкзачок, конечно, бы он хотел. Но вы как понимаете, что это не вариант. Вот. Сколько лукасов на в том видосике наберете, еще раз говорю. Смотрите видосик прокачку номер 2. И желаю вам удачи. Всем пока. Спасибо. И с вами был Тим. Ты можешь принять участие. Да, именно ты. Все. Всем пока. И с вами был Тим.